через 800 метров двигаться прямо. Готовьтесь. Ну, вот здесь можно на заправке как бы притулиться. Опять же, не факт. Я потом, друзья, вам покажу, конечно, у меня есть такая вот классная новость. Вот. Ну, наверное, пускай мы доедем до первой точки, мы там выгрузимся, а потом я уже вам это все покажу. Смотрим виноградники справа, слева, в принципе, много, да, вот. Этот... Через 100 метров продолжайте движение прямо. Как бы оливки здесь, да, все мы знаем. Ну, виноград, в принципе. Готовьтесь тоже. Через 350 метров двигаться прямо. Продолжайте движение прямо. Есть прямо, ёлки-палки. Вот так это, наверное, нужно. Проедьте 17 километров. Офигеть прямо, видите, как получается. Это я уже сравниваю с навигацией. Прямо. Вернее, ну вот, как проложен маршрут. Потому как здесь ошибки очень дорого будут, наверное, стоить. Как бы да, вот у немцев, да, в Швейцарии опять же, все мы знаем вот эти круги, да? Уменьшайте допустимую скорость. Ронда, они бывает напрягают, бывает переезжаешь или съезжаешь с него, как бы напрягают. Но вот в таких случаях бывает, да, ты, если ты проехал какой-то поворот, тебе нужно развернуться. То вот как раз эти круги очень, это как спасительный круг. Спасательный круг. И все, а здесь, ну, надо вот сейчас вот как-то выламывать, заламывать. Вот здесь, ну, я, ну, можно здесь развернуться, но опять, видите, сплошная, это нарушение. Сейчас, может, какой-то карабинер будет ехать и, к примеру, там увидел. Понятно, что это штраф. А так вот едешь ты уже, все, дальше едешь. Ну, не знаю, насколько дальше. Вот, правый поворот какой-то. Допустимую скорость. Правый поворот, а где тут можно развернуться? Вопрос. Так что как-то вот так. Ну, пока вот тут ровненькая такая, как бы загородная дорога. Едем дальше, а там посмотрим, что там как. Итак, друзья, съехали чуть-чуть, как говорится, ехали-ехали, и видите, вот здесь дорога шикарная закончилась. Осталась вот такая, какая есть. Но ее так вот чисто под срезали, такие куски, пласты более-менее так сравняли. Ну, наверное, будет сверху покрывать свеженьким асфальтом. Хотя, я не думаю, вот видите, куски опять здесь. То есть, наверное, будут оставлять как есть. Вот старый асфальт. То есть, местами где-то вот свеженький, где-то так. Но здесь еще, видите, как-то продумано. Видите, края, там вот бордюрчики такие, ливневки, он там даже... что она будет стекать. Ну а так в целом, смотрите, видите, кусты вот которые они не стрижены, ничего, то есть трава и какие-то вот камыши какие-то растут. Вот различия. Но опять же, если где-то сравнивать с другом еще регионе, там вообще еще хуже, как бы, да. Так что вот, конец всех ограничений, можно ехать как бы смело. И впереди у нас велосипедист, спортсмен. Так, на подъемчик чуть-чуть работаем. Такой, не молодой, скажу так. Вот панорамы, красиво. Друзья, опять за превышение. Знака никакого не было. Просто навигация сама вот посчитала, что здесь вот 50 надо ехать. Хотя едем, ну как,
наверное, 70 надо ехать. 60-70. Вот так вот. Главное, чтобы не было никаких сюрпризов по, если поддерживаем по высоте, вот какие-то вот здесь, видите, как типа, ну не мостик, какой-то туннельчик мы проезжаем. Вот, это раз. Второй сюрприз, если чтобы это не было каких-то серпантинов, вот именно в плане того, что там чуть ли не 360 градусов, как бы такие повороты такие, чтобы заворачивать круто очень. Резких поворотов не было. Это второе. Ну, по весу, мне кажется, вряд ли здесь где-то будет какое-то что-то. Вот, какие-то мостики. Я вчера смотрел, думаю, во сколько ж на фирму, то есть забил я в гугле ее название, все, думаю, зашел на их сайт посмотреть, во сколько вы открываетесь, во сколько вы работаете, я даже не знаю, то есть информации там как таковой нету, почему там. Ну, еще один спортсмен слева, ну это такое, это хобби, вот такой велик. Вот, почему нету информации, я даже не знаю, ну. Короче, я встал в 5:30, пока чай попил, умылся, вот буквально 6 часов, и я тронулся. Вот тронулся, поехал. Я так планирую к 7 быть на месте. Ну, а там будем уже то ли ждать, то ли выгружаться. Там евро 56 плюс-минус. Ну, дороговато, конечно, да. Ну, Италия, опять же, да, своего нету, это все привозное, это все ж наценки эти вот ресторанные, как говорится, да, то есть каждому, ну, не то, что сколько кто хочет, ну, в принципе, там есть пределы какие-то. Так и живут, да, экспортируют что-то вот и взамен получает там вот с водой здесь питьевой, так тяжеловато. Так, налево, направо, вот куда? Его знает. Ну ладно, едем налево, то есть по главной вроде. Ладно, едем дальше, а то ролик затянется, такой длинный путь. Друзья, еду по такому мосту. Ну, красиво. Просто представляю, сейчас бы мы как-то спускались вниз, в ущелье там где-то, да? А потом царапались опять наверх, а так, видите, в принципе, мостики. Но пейзажи красивые. Более все зелено. Конечно, у них какие-то вот смурные такие, и вы можете выкрасить какой-то, хотя бы известью там помазать,
или мелом каким-то. Уже будет ярче, чуть-чуть светлее, мне кажется. Вы превышаете допустимую скорость. Превышаем. Как-то непривычно, или может быть рано слишком, ну 6 часов, ну то есть вернее даже без 7, но машин практически видите, даже ну одна через одну там, да и все. Может они с 9 работают, то есть пока просыпаются часика в 7, пока покушали, пока туда-сюда. Здесь даже можно было и запарковаться, тоже местечко, ну, как-то вот так. Вы превышаете допустимую скорость. И вот здесь где-то вот направо. Через 100 метров держитесь правее. Зарослях даже и видно было его. Отбойники позарастали. Ну, оно, наверное, никому не нужно. Всех все устраивает. Где-то вот здесь метров 700 осталось.
прибыли, вот еще машинки стоят какая-то. Ну, друзья, мы будем что-то думать. Так, наверное, сюда. Подруливай сейчас. Пойдем узнаем, что не да как. Тем более вот это вот польский автомобиль стоит с номерами. Вы достигли промежуточного пункта. Возможно, как-то будем рулить. Ладненько, дальше будет. Друзья, вот я приехал на фирму, ну а видите, они работают с 7.30, надо написано, но сейчас 7.16. И что я хотел показать вам, да, вот, то есть сейчас я вот прикину, где мы были, блин, чуть-чуть бликует. То есть мы были вот здесь, на парковке, вот как-то доехали, а теперь у меня выгрузка вот буквально отмечена, вот флажочек у меня еще один. То есть буквально на самом фирма находится. Так что, ну, грех не зайти там, не, как говорится, не искупаться. Вот видите, промзона буквально там краешек доехать, то вернее, я уже видел по Google карте. Ну, вот такой вот. Порто де Пунта Пена. Вроде так пишется. Не знаю, как у вас будет видно, конечно. Ну вот такое вот место. И где-то приблизительно, то есть это Анкона и Бари. То есть я нахожусь между, вот 14-й автобан идет вдоль побережья, вот такой вот шпора такая, да? Если там мы возьмем, она сейчас пока думает. Давай, это может слишком я и уменьшил. Прогружается. Короче, это все побережье. Вот так, наверное. Ну вот, сапожок, каблучочек, шпора. Короче, где мы находимся, да? Вот так вот. Ну, Рим, соответственно, с другой стороны. Так что такие вот дела. А так будем, в принципе, ехать мы. Все, ждем пока. 7.30, а там выгрузимся, едем дальше.